приморцы собрали и передали очередную партию гуманитарной помощи для мобилизованных, которые сейчас проходят занятия на полигонах. Об этом сообщил заместитель главы администрации Дмитрий Светайло. Сегодня мы привезли очередную партию гуманитарной помощи, которая собирается жителями города Владивостока для обеспечения потребностей мобилизованных граждан, которые проходят занятия на полигоне. Стараемся всю материальную помощь, которая поступает, не задерживать, пусть даже небольшими партиями, но своевременно привозить сюда, чтобы уже сегодня наши ребята ее использовали. Это теплые вещи, это вещи личной гигиены, это то, что на самом деле сегодня потребно. Поэтому все поступает в оперативном режиме, поступает сюда нашим воинам. Сегодня армия дает все людям. Но то, что собирают люди, это как дополнительные вещи, дополнительная пара теплых носок, дополнительное теплое белье, оно всегда в сложной ситуации поможет и спасет, обогреет наших воинов. У нас на территории Владивостока работает сегодня пункт приема, это Мордовцева-12 и Личева-15, Калинина-116, в морской пехоте это Снеговая-31. Это те пункты, которые работают и готовы принимать такую помощь.